когда будешь спускаться, там козлик будет, надо успеть сбить. Да да ладно, в принципе, если уж это... Успею, собью, если не забуду. Защита на пробел. О, тут еще защита есть. Нифига себе, серьезно? Ладно, поехали. Я вроде перезарядился. Что делать? А где он? А, у него вон эти, я вижу. Надо красный убивать, да? Получается. Да. А вот это больно. Правда. Разыграть смысл. Пока перезарядка идет, все будем. Отлично, вроде попал. Хочу еще. Я не вижу, где он. Где он? Куда стрелять? Ага. Так, развернись. Ух ты, мне кажется, я разнес его. Ага, дойдешь ты до меня, не долезешь. Хорош. Вот это был выстрел неплохой. Так, раз пробел защиты, да, вроде? Я не вижу, что тут происходит. Где он вообще? Долго с ним возиться-то, я не пойму. Я же должен был сбить ему руку сейчас. Еще, давай, еще. А вот это... Ого, жесть вообще, я держу расстояние, держу, держу, что? Да блин. Охилиться нельзя здесь? Так, охилиться не могу, да, получается? Надо обойти, может, его? Где у него слабое место сейчас? Куда это он полез? Ого! Правильно стреляю? Что-то не пойму. Здесь он меня отпустил, что ли? Жесть какая. Что делать? Стрелять, что ли, надо? Блин. Вот это жесть. Так, так, ребят. Что с ним делать-то? Сань, привет, здорово, Альтаир. О, жесть какая. Так. Нормальный такой бой. Мне понравился. Всем спать, пойду спать. Счастливо, Алин. Она, кстати, Алина ушла на самый интересный. Так. Так, 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 так. А чем мне его валить-то здесь? Может, вот эту штуку взять? Ну что думаешь? Шансов нет. Верно? Я не пойму, куда ему стрелять. Что-то не понял. То есть, может, еще один какой-то есть сарай с другим? А, блин. Так, а он вроде как будто бы дохнет, что ли, даже. А в башку ему, что ли, просто стрелять? Не пойму, убиваю я его или нет вообще. Ух ты, пробил вроде. Серьезно? Может, добить его как-то надо?
куда пополз-то? Что происходит? Зря ты отверг мое предложение. Жесть. Танк, танк, надо зацепиться за него. Что это было? О, жесть. Мне нельзя умирать. Я должен убить ее. Победа. Фу. Было круто. Мне понравилось. Я покончил с Гейзенбергом. Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь?